Всем привет! Сегодня мы поговорим о верности. Но сначала поговорим о бороде. Я вот... Попробуйте, если у вас есть борода, сбрейте. Нету? Отрастить. Но я, конечно, не буду отращивать такую до пуза, как поп. Нет, я так чуть-чуть. Так похожу пару недель, посмотрю, как мне будет. И вы так попробуйте. Поменяйтесь. Так, значит, поговорим о верности. У меня был ролик о чести, теперь о верности. Вот есть два вида животных в мире, которые очень верны. Это собаки и волки. Волк никогда не предаст свою волчицу ради какой-то левой собаки. Это такие два вида животных в нашем мире, которые очень верны. С человеком все гораздо сложнее. Вот. Я не говорю, что нету верных людей. Есть верные люди. Задали такой вопрос. А я сонный еще такой. А когда вообще, когда мужчина или парень там такой еще только-только просыпается, он часто может сморозить. Вот. И мне задали такой вопрос. Останешься со мной? Или пойдешь к своей? А я сказал, так я ж у своей и нахожусь. Там такая была буря эмоций. Классно было. Вот видите, как бы чтобы все, вот все мы, вот мужики, да, такими были, как волки. Он как бы мир бы изменился. А у нас это эго, 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 хочу, хочу, хочу. А бывает еще хуже, кое-кто тут на ютубе по всяким салонам бегает. Блин, помню, всегда смеюсь, такая зверушка. Так вот, верность, для чего она надо, кажется, зачем человеку верность? Ну, на мой взгляд, в первую очередь, потому что на то он и человек. Не все в мире нельзя измерить только деньгами, сердцем, завистью какой-то дурной. Кстати, был случай. Подходит знакомый, говорит, дай закурить. Даю ему парламент. Типа, на, закури. Он с такой зависти на меня посмотрел, вроде аж не возненавидел. Такой думаю, типичный ублюдок. Завидовать хорошим сигаретам, например, да, это ж полная ерунда. Сигареты это ж не социальный статус. Я, может, консервы не пытаюсь. А курю хороший табак, потому что мне это нравится. Кому такое дело? А. Самое вот знаете, вот на мой взгляд, вот я вот, на мой взгляд, мне кажется, что верных людей каждому человеку судьба посылает определенное количество. И главное их не растерять. Мне кажется, 3-4 человека за жизнь максимум. Все остальное такая, так, друзья, знакомые, подружки и так далее. Как бы от себя так поговорили немножко с вами. Я опять дорвался до экрана. Так.
Ну, а в целом такие еще новости. Как бы никакие, жарко очень на улице. Хотя бы быстрее уже это лето закончилось. Жара. Невозможно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.